Машка-познавашка. Привет, друзья! Смотрите, какая интересная желтая машинка! Это необычная машинка, а самый настоящий гоночный автомобиль. А почему он тогда не гоняет? Он же гоночный! Эта машинка возвращается с гонок. Она очень устала, но с легкостью может показать тебе, как быстро умеет ездить. Вот, смотри! Ух ты! Как она быстро разогналась! Наверное, она самая-самая гоночная! А какими еще бывают гоночные автомобили? По конструкции они могут быть самыми разными. Видишь? Это уже иной спортивный автомобиль. Ну да, он отличается от первой машинки. Но он также умеет быстро разгоняться. И сейчас он нам это покажет. Молодец, машинка! Очень быстро едешь! А вот еще один автомобиль. Эта спортивная машинка очень похожа на первую, только другого цвета. И ездит она так же быстро! А еще какого цвета бывают? Вот, еще такие. Это серый гоночный автомобиль. Ого, какая она злобная! Самая настоящая гонка! Очень красивая! Это тюнингованный гоночный автомобиль. Видишь, ему прикрепили новые пороги, спойлер, бампер. Поэтому он стал таким красивым. А давайте посмотрим, как быстро она умеет ездить. Вот, она как раз начала разгоняться. Ого! Вот эта машина! Я бы очень хотела с такой дружить. А хочешь, мы после езды вместе ее помоем и подружимся? Конечно, очень хочу! Ну все, нагонялись! Пора на мойку! Первым делом нанесем моющее средство! Затем мочалочкой хорошенько его вспеним! Теперь нужно все это смыть. Смываем! Вытираем! И чистим колеса! Машинка готова! Ну что, красивая, поехали кататься! А давайте ее еще приукрасим! Вот такой наклейкой! Ну что, поехали? Поехали! Только сильно не гони, чтобы не запачкаться! Как скажешь, медленно, так медленно! Что-то не то. Думаю, разочек можно прокатиться с ветерком. Ну вот, другое дело. Это была настоящая прогулка на гоночной машинке. Мне очень понравилось. До скорых встреч. Пока, ребята. Подписывайся на канал. Скачать это приложение можно с Google Play или App Store.